Всем привет! У микрофона Веля, со мной сегодня... Миша! Мишанич! Как ты сказал, прям красиво! Миша, дружище, в общем, знаешь, какая у нас в стендов нашим любимым вышло обновление, и у нас как бы прокачка становится такой необычной. Мы что делаем? Правильно, мы тебе покупаем весь Battle Pass на твой аккаунт, и у нас есть кейс Вели, без него никуда там, ребятушки, где это, где кейс Вели, ребята говорят. Короче, и 10 карточек из кейса Вели. Собственно, должно быть офигенно, я уверен, что офигенно будет, поэтому сразу, братанчик, лайк, подписку на канал с колокольчиком, плюс комментарий, тем более, если ты хочешь попасть в эту рубрику, то обязательно больше активности, подписывайся и подпиши всех своих друзей, чтобы у меня было 300 миллиардов подписчиков. Знаете, о чем я мечтал при сборке нового ПК? О жидкостном охлаждении, и в стримерском ПК он обязательно должен стоять. Поэтому встречайте XPG Levante 360. Надежный и высокопроизводительный жидкостный кулер ЦП с системой охлаждения Asetek. Наш процессор i9-10980XE – это самый настоящий монстр, поэтому большая поверхность 360 мм и алюминиевый радиатор кулера идеально подходят для высокопроизводительных процессоров. Из преимуществ могу выделить внешний контроллер ARGB для вентиляторов и водяного насоса. Три ярких 120-мм вентилятора ARGB с двойным кольцом, жидкостным динамическим подшипником и четырехконтактным PWM дизайном. А также термооптимизированная медная пластина с микроканалом толщиной 0,15 мм. По поводу установки не было никаких проблем, ведь установка все в одном и не требует никаких дополнительных настроек. Если вы ищете классное жидкостное охлаждение для своего ПК, ссылку оставлю в описании. XPG Levante 360 – достойный выбор. Let's go, лайк поставил, красавчик, все. Мы сейчас что делаем? Мы находимся на твоем аккаунте. Валера, значит, почему Валера? Не знаю, в лагере придумал ник. В лагере? Ник Валера! Зовут Миша. Окей, хорошо. Итак, давай смотрим, что у тебя есть. Значит, ты у нас такой, типа, сейчас пока что не киберспортивный парень, да? Ага, ну все понятно. Твои... Так, это... А, это получается у тебя новый аккаунт, да, получается? Окей, ну смотрим, как бы, новый, не новый, да, как бы, видим то, что здесь нифига ничего нету. Очень грустненько получается. Вот, значит, очень грустненько получается, но, БП у тебя есть? Есть. Не куплено. Тоже очень грустно, когда БП не покупается, как бы, грустит один Веля. В общем, давай, братанчик, собственно, раз ты как бы не катаешь каточки здесь, с новыми скинчиками прям закатаешь. Прям с новыми скинчиками можно прям закатать балдежно. Вот так вот, Эксельбол, блин, видите, в это, я возвращаю людей в игру, блин, пожалуйста, дайте много голды и промокодов, пожалуйста. Окей, let's go, да-да-да, залетаем и берем, покупаем сразу тебе Gold Pass и просто его полностью покупаем. Итак, let's go. Ну что, сразу видим, медалечка залетает, такая красивенькая медаль. 4 years gold. Ну, конечно же, gold pass купили. Вообще, как тебе скинчики? Вот, какие стикеры бы ты хотел? Как бы, давай рассказывай все. Ну, прикольно, конечно, скинчики. Красивые. У меня до такого далеко, если бы сюда не попал. А чтобы сюда попасть, надо подписаться на канал. Все правильно говоришь, правильно. Давай тогда показывай самый твой любимый стикер, чтобы мы на него молились, блин, все, когда будем покупать БП. Вот, вот здесь, короче, вот, давай, да. Самый твой любимый красивый классный стикер, который ты себе хочешь. Ну, Раст, понятно. Хабела, геньши. Тогда что? Правильно, тыкаем получить уровни и смотрим. Ну, на... Подожди, а на айпэдах тоже 1500? Эксельболт. Я думал, что на айпэдах будет стоить 2000 рублей. Не вюа себе, комиссию эпплскую на себя взяли, мужики. Респект. Ну а что, а мы тем самым возьмем, до тебя купим 20 уровней и посмотрим, что тебе выпадет. Let's go донатить. Итак, ну что, все, как бы мы такие, бля-бля-бля, ничего не можем купить, потому что что, правильно, потому что все куплено. Значит, заходим, 35 у тебя новых предметов на аккаунте. Давай смотрим, ты хотел Раст Арканного, давай посмотрим, бэ-бэм. И ты та-та! Подожди, нет, у тебя раз не аркановая, но у тебя очень и очень неплохой сейчас инвентарь. Божечки! Видимо, Зармасик сам у нас, блин, везучий чел, потому что ему выпала аркановая наклейка мне и моему молодому...
Ну так раз, как раз тебе и выпал, ё-моё! Все понятно, короче. Давай так, есть боксики, есть кейсики, мы потом это все дело открываем. Вот, давай, короче, к кейсу Вели, к самому интересному. В общем, кейс Вели, у тебя есть возможность вытянуть 10 карточек. Напоминаю то, что у тебя есть, получается, 2 буста и 1 спешл буст, если что. 2 буста это просто типа, ну ты же знаешь бусты, господи, что рассказывать, ну серьезно. И на 11 карточке ты вытягиваешь 5 карточек, и самый дорогой скин мы тебя покупаем. Вот так вот такие правила, ребята. За это можно лайк, подписку, ну вы все это поняли. Итак, давай я сейчас просто вот при всех сейчас вот так вот сделаю, да, по красоте. Вот так вот сделаю, сделаю, сделаю. Опа, он там скинчик хотел вылететь. Хорошо, все, начинаем тогда, погнали с первой карточки. Погнали с первой карточки. Надо сразу нож вытащить. Надо сразу нож и перчатки вытащить. Ой. Давай, давай. Оп, оп, и что у нас здесь? Писец. А, да непростой. Непростой, а писец статрековский. Реально, тогда шу, правильно, пойдем донатить. Смотрите, 0 голды. Пойдем донатить и покупать тебе юсп. Писец статрек. Итак, донатик прошел. Великолепно. Сколько голды? 3000, правильно. Заходим на рынок. Фильтр юсп писец статрек. Ого, я уже все это дело знаю. И покупаем 56 голды у нас. Ого, а юсп. А юсп. А знаешь почему? Потому что новый этот, новый БП вели, просто цены разрушились, капец. Ну хорошо, первый скинчик юсп писец у тебя есть. Давай, дальше, let's go. Напоминаю, у тебя есть 2 буста. Можешь в любой момент ими воспользоваться. И мы тянем, потянем и вытягиваем что-то, да, наверное, интересное. Что это у нас? Наклейка Dark Zone. Это у нас наклейка Danger Zone. Стоит она 44 здесь голды, но сейчас посмотрим, сколько она здесь стоит. Так, а это у нас из какой коллекции? По-моему, из коллекции Зона 9. Давай, если мне не изменяет память. Ну-ка, давай посмотрим, кто здесь умненький у нас. Да, 56, а вот наклейка Danger Zone подорожала. Давай покупаем, правильно. Окей, смотри, 2 карточки есть. Еще есть 8 карточек. И 2 буста у тебя есть. Давай тогда, let's go, на жип. Ты можешь прям, знаешь, прям в самые закрома, прям в самые закрома можешь заходить, как бы, чтобы, ну, как бы реально ножи-то забирать. А то как-то без ножа и жизнь не та. Опа. Опа, нож, что ты взял? Нормально. Это М4 Некромансер статрек. Когда мы резали карточки, она стоила 1348. Давай посмотрим, сколько она сейчас здесь будет стоить. Давай, давай, эмочка у нас красивенькая, великолепненькая. Эмочка сюда, легендарочка и статрек. И стоит она сейчас 2100. Вот это, ну, братанчик, без эмочки никуда. Может быть, с наклеечками? Вот, вот это. Ну, давай, давай, а чё бы нет. Бэм, гейм, щит, мейн. С наклеечками есть, все прекрасно. Третий скинчик у нас полетел. Ну что, братанчик, давай дальше, давай дальше. Уже неплохо, уже скинчик за 2000 голды, а это уже хорошо. Давай, вот ножичек бы классненький, чтобы было. О-о-о, ну это, ребята, G22 карбон за 0,98. Ну как бы, окей, есть такая, знаешь, полоса везения, а есть полоса и невезения. Ну как бы, есть все шансы забрать что-нибудь балдевое. Карбончик у нас 0,90 стоит, как бы, давай забираем. Окей, четвертый скин есть. Напоминаю. У тебя буст. Есть буст, ну наконец-то, блин, буст это классная вещь. Хорошо, какой буст? Где ты просто смотришь, либо где ты еще и... Смотрю. Да. Окей, я, значит, открываю... Есть секунд? Да, открываю кейс, показываю тебе, ты смотришь на самые... О, тут есть неплохие как бы скинчики. Окей, давай тогда полетели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9, 10. Ну что там видел? Там много легендарок я видел. Да. И ну что, прицелился? Примерно, да. Ну давай, вытягивай, вытягивай. Let's go, полетели, полетели. Давай, должно быть. Сейчас должно быть по красоте. Сейчас вытянешь вообще балдеж что-то. И вытягиваешь. Опа! Ну, слушай, неплохо. Легендарку видел, легендарку получил. МП-7 лич. 22 голды, конечно, стоит, но ничего страшного. У тебя есть еще один самый такой, знаешь, кошерный буст. Давай, я покупаю, получается, МП-7. МП-7, легендарка применить. Отлично. Где она? Лич, да? Лич, вот, все, покупаем. Правильно, покупаем, есть. Так, это у нас уже какой-то. У нас уже 5 скинов было. У тебя есть еще ровно 5 скинов и один еще буст. Let's go, тогда давай...
Нож. Нужен нож, братан. Нужен. Надо нож. Всегда нож нужен. Давай. И это у нас... АВМ. Скретч. Дамы и господа, за одну голду 97 копеек. Ну давай тогда... Блин, я какой-то, значит, ну, прям... Я могу, знаешь, что сделать? Я вот сейчас, получается, покупаю АВМ Скретч, вот. И я могу по это, ну, потрясти, пошерудить, чтобы вдруг там все ножи-то, ну, вот внизу-то вдруг. Шерудим. Давай, let's go, пошерудим. Пошерудим, вот так вот, просто полетели, это просто мешанина из скинов. Все, давай, седьмой, let's да? go. Сейчас у нас получается седьмой, ну да, седьмой получается, да, все верно. Вот откуда-то из-под сюда. Ага, и это что? Опа, опа, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, наклеечка. А какая наклеечка? А, nice skill color. О, неплохая наклеечка за 82 голды. Хорошо, а давай, а давай. А это у нас из какой? Из Rainbow, по-моему, коллекции. По-моему, из Rainbow, да, вот он. 98 стоит уже голды. Нормально, нормально поднялась в цене. Три кейса, один буст у тебя остался. Второй буст, все. Я что делаю? Открываю кейс, ты можешь шерудить, ты можешь выставлять скины как тебе угодно, чтобы потом их забрать. У тебя есть 10 секунд. Погнали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. Ну, 10 получается. Ой, красиво. Я не трясу, не трясу ни в коем случае. Аккуратно, просто крышечку надеваю. И давай, давай. Я знаю, что ты достанешь. Я знаю, что ты достанешь. И ты достал. Да, 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 да. Ребята, это Кунай Лакшери. О, май гарбол. Отлично. Давай, самое время сейчас задонатить и купить тебе Кунай Лакшери. Let's go. Отлично, голдишечку мы закинули, получается, Кунай Лакшери, чтобы была лакшери жизнь, так сказать. И смотрим, Кунай применить, вот он лакшери, и угу, давай мы его покупаем, прекрасно, у тебя теперь есть Кунай Лакшери, и еще две карточки у тебя также есть, давай, по красоте вытягивай, сейчас бы перчатки реально вот выпали бы, было бы вообще балдеж. И так, прям можешь пошерудить. Прям можешь пошутить. И это у нас... М4 И это у нас М4 Revival. Неплохо, неплохо. Давай мы возьмем эмочку. Эмочки, где у нас? Вот они, легендарка. Примените Revival. Вот он за 46 голды получается. Да, у тебя есть последняя карточка. Почти. Но помнишь, помнишь то, что 11-я карточка у тебя тоже есть бонусом. И там ты вытягиваешь 5 раз карточек. И самый дорогой скин мы с Урзой покупаем, понимаете? Ребятушки, куча лайков, чтобы пареньку выпали перчатки, понимаете? Куча лайков, давайте подписок на канал с колокольчиком и так далее. Потому что что? Потому что активность это везение, пацаны. Лайки это везение молодому. Мне-то нафиг везение, вот это вот ему, молодому, нужно везение. Все, потряс, хорошо. Давай, доставай, вытаскивай. Доставай, вытаскивай, чтобы было просто так, красиво. Перчаточки, перчаточки, перчаточки. Перчаточки нам нужны. Вот, 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 вот. И это, и это, и это. Сатрэк, и это дробовик за 11 голды флай статрекаски. Но подожди, у тебя есть еще бонус. У тебя есть еще бонус. И этот бонус будет жирный, натуре. Так, давай, сюда. Значит, у нас синька статрек сюда применить. Вот он, за 12 голды. Окей, в общем, все, 11-я карточка, это вот что. Ты просто вытягиваешь 6 карточек. Ой, 5 карточек. Не показывая мне, просто ты вытянул. Мне быстро дал, вытянул, мне быстро дал, да? Вот, и давай, я могу еще раз потрясти, если хочешь. Да, а сам смотрю. Нет, то есть... Ты такой взял, не, тоже не смотришь. Все. Ну, чтобы, да, ну, мне просто куда-нибудь, чтобы для нас в конце это было что-то невероятное такое, да. Могу потрясти, могу не потрясти. Тряс, все, давай. Алло, ножи, арканы, алло, на перчатки надо бы реально, чтобы выпали. Все, давай, братанчик, let's go. Только давай прям шеруди хорошенько. И просто 5... карточек. Итак, главное, не смотри, какие карточки, а то раскроешь все это. Так, раз. Ага. Первая карточка Давай. Есть. Давай. Я верю в нож. Давай, нож или перчатки. Перчатки. Два. Прям можешь из разных углов доставать и так далее.
Но явно надо как бы, ну, на крючок так, папа, это поймать. Какая сторона с наклейкой? Напечатана. Ой. Я тоже немножко подглянула, ребята. Так, она с третья, давай четвертая. Так, нет, отсюда не хочу, хочу вот отсюда. Как, ты прям хорошо, слушай, это хорошая стратегия. Четыре. И последняя. Последняя. Давай потряси. Давай еще потрясу, да. Чтобы можно было еще последнюю классную какую-нибудь достать. Все, давай, полетели. Давай, 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 повези, повези. Повезет, повезет, давай, let's go, let's get it. И есть. Итак, я сейчас убираю кейс Вели. Ух, ну 5 карточек, ты, конечно, прям аж вспотел, и я вспотел, все мы вспотели. Итак, давай, значит, смотреть, 5 карточек, вот они, я не показываю ничего. Вот, давай, let's go, тогда с первой, посмотрим скин. Итак, первый скин. 5-7 в рейд статрек за 45 голды. Следующий скин. Наклейка шутер за 15 голды. Следующий скин. О. Юмп 45 бист статрек за 620 голды. Следующий скин. Дробовик некромансер за 138 голды. Давай, 139. Последняя карточка, не подведи. Я видел все. Юсп геометрик за 884 голды. Это почти косарь, и мы покупаем Юсп геометрик прямо сейчас тебе на аккаунт. Давай, полетели. Получается, юспецкий сюда аркана применить. И покупаем Юсп геометрик. Выбирай, с какой наклейкой хочешь. Да, покупай, покупай. Все, и у тебя есть еще целый косарь голды, который ты можешь как угодно потом потратить. Вот, как угодно можешь потом потратить. Ну что, братанчик, смотрим на твой инвентарь. Офигеваем, офигеваем от этого. Ой, божечки, вот это, я считаю, инвентарь, с которым можно реально покайфовать, поиграть. Ну, а давай, у нас еще есть 3 скорпион кейса. Вот, бокс потом откроешь, если что. Если сейчас еще и нож выпадет, то это будет прям вообще прекрасно. Ну, а с первого скорпион кейса выпадает G22 карбон. Да нафиг оно цена надо, да, понимаешь? Вот, скорпион кейс следующий полетел. Здесь у нас опять карбон, стендофф. Учить у кейса Вели, реально. Где нужно выдавать нормальный дроп. И у нас полетел, это было близко очень, MP7 банана. Ну куда без него? В общем, братанчик, вот такой у тебя сейчас красивейший, классный инвентарь. М4 некромансер, у Магарбл, у тебя есть М16, Экр-12, Фуерс, Ревайвл есть, геометрик есть, все у тебя вообще прекрасно есть. Есть куча еще новых стикеров, новых наклеек, также у тебя есть еще и брелки, брелки есть. А, да, вот, как бы, это медалька, вот, это еще тоже медалька. А брелки же там выдавали, чинить, да, да, и хрен с ним, как горит. Спасибо большое, ребята, за просмотр. Не забудьте лайк жирный влепить, такой красивый, за вот такой вот формат, так сказать, прокачки инвентаря, типа как и БП купили, и кейс Вели, все дела. У микрофона был Вели, а со мной сегодня был Миша. Спасибо большое за просмотр, за лайк, подписку, всем удачи и пока, ребята.